Завод «Томск-кабель» работает уже 20 лет. Мы всегда стремились быть лучшими и шли к этому шаг за шагом с первого дня. 2000 год является годом основания завода «Томск-кабель». Было организовано производство кабельно-проводниковой продукции. В 2001 году состоялась отгрузка первой партии – проводов для воздушных линий электропередач. С 2002 по 2004 происходит монтаж оборудования для производства новых видов кабельной продукции. Номенклатура расширена до более 500 маркоразмеров. С 2005 по 2008 годы начат серийный выпуск силовых и контрольных бронированных кабелей, в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена и самонесущих изолированных проводов. 2012 год. Начало строительства новых производственных мощностей для расширения выпускаемой номенклатуры и увеличения объемов производства. В 2015 году создание собственной торговой марки Toflex. 2017 год. Построен новый цех площадью 10 тысяч квадратных метров. Закуплено современное оборудование. Происходит двукратное увеличение объема выпуска продукции. Завод «Томск-кабель» является активным участником и победителем всероссийских, а также международных проектов и конкурсов. Сейчас у нас в арсенале только современное оборудование, которое всегда загружено на полную мощность, позволяя в установленный срок выполнять поставленные задачи. А наше имя знают далеко за пределами России. Мы стремимся занять передовые позиции на рынке и готовы принимать серьезные вызовы. На сегодняшний день перед нами поставлена серьезная задача. Крупный нефтеперерабатывающий завод испытывает острую потребность в 20 километрах силового кабеля напряжением 10 кВт. Выполнить заказ мы должны всего за 14 дней, не нарушая график по производству продукции и для других партнеров. Такое по силам только тем, кто не боится брать ответственность, уверенно смотрит вперед и умеет добиваться цели, несмотря на трудности. Заводу «Томск-кабель». «Томск-кабель» – один из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России. В арсенале предприятия – высокотехнологичное и многофункциональное оборудование, производство мировых лидеров. Более 100 современных технологических линий выпускают порядка 2000 марок кабеля в различных исполнениях. На предприятии успешно работает система менеджмента качества. Продукция завода соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, международным и национальным стандартам. На заводе «Томск-кабель» выполняется полный цикл производства. Производство любого кабеля начинается здесь, на линии волочения. Сырьем для изготовления проволоки служит медная или алюминиевая катанка. Грубое и тонкое волочение позволяют изготавливать жилы разного класса гибкости. Скрутка – процесс соединения отдельных элементов, при котором каждый из них располагается по винтовой линии вокруг центральных элементов. Основная цель – придать изделию устойчивую конструкцию или гибкость. Мы изготавливаем примерно по 10 километров жилу на каждой машине, чтобы не было ни пробоев по изоляции, ни разрывов изоляции, ни обрыва жил не было. Это называется отличная скрутка. Оборудование завода позволяет осуществлять как простую, так и сложную скрутку, повивную, пучковую, скрутку с откруткой и без. Дальше скрученные жилы поступают на экструзионную линию для наложения общей изоляции и оболочки. Материалом для них служат импортные и отечественные пластикаты и компаунды на основе ПВХ, полиолефинов и других компонентов. Линия называется Молифер EL60, предназначена для наложения изоляции, оболочек из ПВХ
полиэтилена без галогенных композиций. Внутренние оболочки, наружные, предназначены работать сразу тандемом, то есть внутренние и наружные вместе. Следующий этап – экранирование кабеля для его защиты от внешнего электромагнитного влияния и обеспечение мгновенного отключения при замыкании токопроводящей жилы на экран в процессе эксплуатации. Исполнение и материалы экранов зависят от области применения и условий эксплуатации. Медная фольга, алюмополимерная лента или медные луженые проволоки. Затем происходит бронирование кабеля, в процессе которого происходит укрепление изделия путем создания дополнительной защиты. Только потом накладывается наружная оболочка. Само производство развивается, появляются новые типы кабеля, новые размеры. Это очень интересно, потому что позволяет расширить кругозор на мир вообще кабельного производства. Каждый этап технологии выпуска готового кабеля автоматизирован и имеет жесткий 100% контроль. От момента подбора сырья до отгрузки на склад. Среди постоянных клиентов завода «Томскабель» «Нефтехимсервис», «СУЭК», «Сибур», «Россети», «Алроса», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и другие крупные компании России и стран СНГ. Представлять завод сегодня не нужно. У «Томскабеля» своя торговая марка «Тофлекс». Под этим брендом выпускается технологичная, инновационная продукция, разработанная в том числе в рамках программы импортозамещения. Она превосходит характеристики многих отечественных аналогов и является конкурентоспособным изделием по отношению к зарубежным аналогам. В ассортименте завода «Томскабель» более 2000 маркоразмеров и типов кабельной продукции. Нужно выделить основные из них. Кабели силовые с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины. Кабели монтажные универсальные. Кабели силовые гибкие шахтные для очистных комбайнов, в том числе для работы в траковой цепи. Кабели силовые гибкие шахтные для передвижных механизмов. Кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты. Кабели судовые. Саморегулирующийся греющий кабель. Каждый тип кабеля требует индивидуального подхода. Для этого на заводе «Томскабель» используется самое современное оборудование в своем сегменте. Клиенты узнают от специалистов «Томскабеля» об инновациях в производстве продукции. Кабельщики, в свою очередь, из первых уст слышат о том, какой кабель требуется клиентам для их бизнеса. В том числе благодаря тесному общению с партнерами в рамках обучающих семинаров. Это становится толчком к созданию востребованного продукта. Яркий пример – наклонная линия MyLifer финского производства. Ее уникальность в том, что она может перерабатывать разные по составу материалы. Этиленпропиленовую, кремниеорганическую и обычную резины, а также сшитый полиэтилен. Для того, чтобы выполнить эти задачи, несколько лет назад понадобилось бы 3 линии. На сегодняшний день это самое современное оборудование в России. Десять лет назад завод располагал передовым на тот момент оборудованием. Выполнял, а порой и опережал планы. Та техника и сейчас в строю. Благодаря ее модернизации и установке современного контроля качества продукции, она ничуть не уступает новой. Это дает возможность равномерно загружать производство. Чтобы добиться высоких результатов, нужно задействовать все мощности завода по максимуму. Поэтому скрутка токопроводящих жил для нефтеперерабатывающего завода проводится в том числе и в первых производственных цехах. Качество выпускаемой продукции с первых дней было приоритетом для завода «Томскабель». Его принцип – долгосрочное отношение с клиентом, основанное на полном доверии и уверенности в 100% качестве продукции. Для этого на предприятии осуществляется входной контроль всех поставляемых материалов для производства кабеля. В производственном цехе завода есть своя испытательная станция и лаборатория.
Это позволяет оценить качество выпускаемой продукции на каждом этапе производства. Томский кабельный завод является своего рода экспертом в кабельной отрасли. То есть эта экспертность, она выработалась уже годами. Сами заказчики, проектные институты, организации монтажные, они консультируются с нами как заводом, с нашими специалистами по тем или иным вопросам. Я считаю, что это уже как бы является своего рода достижением, новым этапом развития завода, позволяющим в большей степени раскрыться как профессионалы в этой отрасли. Деятельность завода сегодня нацелена на сохранение и дальнейшее увеличение достигнутых объемов производства, сохранение качества выпускаемых изделий, снижение производственных издержек и увеличение рентабельности предприятия. Именно поэтому Томск Кабель стал одним из участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в нем дает Томскому заводу возможность реализовать программы, направленные на устранение потерь, оптимизацию производства и обучение работников инструментам бережливого производства. Все это ведет к повышению экономической эффективности предприятия и закреплению лидирующих позиций на рынке. Завод «Томск Кабель» занимает территорию больше 15 гектаров. На ней постоянно идет строительство новых рабочих площадей. Каждый, кто работает здесь, гордится тем, что он – часть команды. Отлаженное производство позволяет четко в установленный срок достигать цели. И мы с уверенностью можем сказать – нам по силам любые задачи.